Это с БМП, походу, едут. Драйвером. Оттуда туда. Со всех сторон вообще стреляют, не помнишь, куда идти. Только один вопрос. Если вы поддерживаете СВО, чушь вы тогда эвакуируетесь? Наслаждайтесь. Вам же нравилось? Наслаждайтесь. БНРцы, белгородцы, куда вы, родные? Почувствуйте во всей красе. Слава Украине! Марья Ивановна, Видео специально для Гладкова. Посмотрите, Вячеслав Владимирович, в каком состоянии находится наше бомбоубежище. Это на улице Чапаева. И что вы прикажете с этим делать? Так, ребятки, в Белгородской области введен режим КТО, контртеррористической операции. О чем это говорит? Это говорит о том, что украинская сторона может официально заходить на территорию Белгородской Народной Республики для защиты коренного населения Украины. То же самое она может сделать в Ростовской области и Краснодарском крае, где проживает огромное количество украинского населения. Далее, с Белгородской области пишут про российские паблики, что эвакуироваться нет возможности пока для населения. Население ломится в бомбоубежище. Но жена губернатора Белгородской области уже в аэропорту. Она удачно эвакуируется, наверное, на Кипр, а может быть, в Дубае. Вот такие сводки. В Белгородской области действительно действует диверсионно-разведывательная группа украинская. Вот. Заперлись в клуб райцентра. Вот, сидят их сейчас там выкуривают. Частично идет эвакуация. Ну, это нормально. Отвести чуть людей. Вот. То, что удар по Белгороду, там, плацдарм, мне кажется, это нереальным. Почему? Потому что степи и хорошо укрепленная линия обороны, там, линии между украинскими войсками и Белгородом. Ну, так скажем, упрощенно. Поэтому, вот. Но говорили, что идет техника и шла через Харьков, то есть недалеко от тех вот рубежей, шла в сторону Донецка. Это Маринка, это туда, в сторону Горловки, в сторону Авдеевки. Посмотрим. Вот, для того, чтобы ударить по Донецку, это нужно столько сил иметь. Вот, а там тоже линии подготовлены. Там есть где и кому встречать. Такие дела.
ты на горе по Адоле действует. То есть а где наша авиация? А? Почему авиация не работает? А где наша армия? С Борисовки горят прилеты, ответка там, ракеты или... Что ты скажешь? Ну, что сказать, границы ключ переломлен пополам. И дедушка Путин совсем скоро, наверное, превратится в липовый мед. Все отлично. Как бы ты описал то, как тебя взяли в плен? Меня в плен взяли хорошо. Понял. Я, потому что тяги нет. Да. Говорил мне батя, иди на тракториста учись, блядь. Я нет, пошел военный. Пиздец, трофейный БТР-82А. От ФСБ Российской Федерации. Украина. Благодарим шайбу за то, что смог проехать. Это было непросто. Привет, мам. Что вы там? Тишина, мам. Я... Там горит все. Танки звонила, у нее батарея села, короче. Садится батарея, со света нету, нету, горят дома, говорит, страшно. А сейчас только что написали, что танки, они, короче, это... Как туда? Они уже идут на нас, сюда, с танками. И дронов, как сказали, там такой бой сейчас идет, страшенных дроновки. Осколки. Мам, собирайтесь, едьте сюда с папкой. Ма, едьте сюда, я говорю, едьте. Да что там у погреба, что там выжишь, едьте сюда. Да, он сказал, говорит, сидят в бункере сидят. Сказали сирены по всему Грайверону сейчас. Да, танки идут с казинки. Они уже выставили видео, что танки идут сюда, в казинки. Понимаешь? Горят дома страшенно, да. О, Господи. Я говорю, мам, если что, садитесь и езжайте сюда. Ну, понятно. Когда будет, если сейчас они танки... Ой, страшно. Я прям переживаю, не могу. Ребят, мне кажется, мы с вами можем сейчас предсказать, как будут развиваться события в Белгородской Народной Республике. После того, как партизаны начали свое действие, я думаю, дальше события переместятся в сам Белгород. Я уверен, что появится народный губернатор Белгородчины, его будут звать, наверное, Паша Дударев, который выйдет на площадь и скажет о том, что Белгородчине пора возвращаться в свои исторические, конечно, земли, становиться частью Украины на территориях Федерации, либо быть самостоятельной, но дружественной Украине державой. Полиция перейдет на сторону народа, на сторону протестующих. А в сторону Белгорода из Харькова поедут автобусы, наполненные харьковскими болельщиками, ультрасами футбольного клуба «Металлист». После чего протестующие, поддерживающие Единую Россию и связь с федеральным центром, будут вынуждены сбежать из Белгородчины в сторону Курской области, возможно, куда-то подальше, туда в сторону Екатеринбурга или Новосибирска даже. Далее по Белгороду пойдут марши с призывом Украину ввести войска, чтобы поддержать протестующих. Ну и, конечно, в результате всего этого будет проведен референдум, на котором 99,6% жителей выскажутся в сторону независимости. Российская власть, судя по всему, решила устроить бартер, обменяла Белгородскую Народную Республику на Бахмут. По состоянию на сейчас в Белгородской области бои ведутся в трех населенных пунктах – Козинка, Глотово и Гора Подол. Об этом, кстати, сообщают российские СМИ. Поэтому ожидаем дальнейшего развития событий, запасаемся попкорном. Россия начинает разваливаться на Белгородскую Народную Республику, Воронежскую Народную Республику, Ростовскую Народную Республику. Эти территории присоединятся в скором времени к Украине. И что примечательно, СВО начиналось как собирание русских земель, а закончится оно как собирание украинских земель. Слава Украине, мы победим!
Местные жители массово уезжают из Грайворона Белгородской области. МВД Белгородской области ввело план «Эдельвейс» – общий сбор сотрудников во всех отделах полиции региона. Кстати, а какой такой «Эдельвейс»? А разве это с нацизмом не связано? Накануне сообщалось, что легионы с РДК приступили к штурму населенного пункта Грайворон. А перед этим они заявили, что пройдена гора Подол. Тут по всем новостям уже говорят, что в Белгородскую область вошли на танках и тому подобное. Я так понимаю, что это легион Свободной России. Решили вернуться домой просто и высказать свое фе. Но очень не имеют права, они же граждане России. Они имеют право, по Конституции даже имеют право высказать свое фе. А то, как они высказывают, ну это уже довели людей, ну что можно поделать. Во всяком случае, это не наша проблема, не проблема украинцев. Нас там нет, это сугубо ваши граждане, поэтому, скорее всего, что это обычная гражданская война. Вот и все. Слава Белгородской Народной Республике. Орки, а что там с вечной мантрой красных линий? Это уже считается или это коричневые, но с подливой? Ждем в ближайшее время референдум. Слава Украине! Какой гриб красивый, обалдеть. О, сейчас будет взрыв. Да, от дома и надо текать метров на 300. $10 миллиардов Россия потратила на оборону Белгородской области, на зубы дракона, на создание белгородских ТРО и прочего-прочего. Сегодня не контрнаступление, не F-16, не Хаймарсы, ничего прочего. Это даже не 1% от потенциала ЗСУ. Полнейшая паника. Белгородцы массово выезжают с Белгорода в ужасе полнейшем. Сегодня Россия вынуждена снимать свои бригады, свою авиацию, артиллерию для того, чтобы защититься от русского добровольческого корпуса. Вдумайтесь, это и есть начало конца Российской империи. Так выглядит ее смерть. Слава Украине! Мы видели, как с той стороны идет техника, танки, живая сила в Белгород. А мы, люди Белгорода, что? Мы обычные люди, маленькие. Ну хорошо, не буду за всех говорить. Вот, например, лично я. Что я делаю? Я прикованный ланцем, залізним стою, під височенною гранітною скалою. А далі тисячі таких самих, як я. Ой, що я таке сказав? Боже, извините, що мене понесло. Лупайте цю скалу, нехай ні жар, ні холод не спинять. Що-то запахло дизелем. Белгород. Освобождение близко. Если вы видите на улице танки ВСУ, приветствуйте их флагами Украины и Белгородской Народной Республики. Скоро батальоны БНР соединятся с освободительной армией и русским добровольческим корпусом. Мы от лица республики заявляем, что губернатор, так называемый Гладков, будет наказан. И будут судить его в самом честном и справедливом суде Брянской Народной Республики, где, кстати, легализована смертная казнь, в отличие от Белгорода. Ждите, скоро будут новости. И да, если видите авиацию с ливреей ВСУ, тоже ничего страшного, только не фотографируйте, пожалуйста. Не надо подсказывать русским ПВО, куда хотя бы целиться. Им все равно это уже не поможет. Республике быть. БНР сила. Не БНР, не сила. А в Белгородской области прямо реальная жесть, боевые действия. Разоряются сирены ПВО, губернатор говорит, что все в порядке, но жителей просят не покидать дома.
То же самое, не покидать дома и не оказывать сопротивление жителей просят добровольцы из русского добровольческого корпуса, который взял на себя ответственность за операцию сегодняшнюю. Там действительно на видео мелькает из Гайворонского района танк, бронетехника, вооруженные бойцы. Они ворвались на пункт пропуска с танком в Гайворонском районе. То есть, в общем, в Белгороде пришпаривает, российские паблики просто горят. Все, ЗСУ начали удар по Белгороду, это отвлекающий маневр, чтобы, так сказать, отвлечь вооруженные силы России от Бахмута, наверное. Ребят, еще про Запорожье и про Херсон вспомните. Мы там тоже есть. В общем, интересные процессы идут на России. Паника, все горит, все бегают. Мне нравится на это смотреть. На самом деле, они очень здорово продвинулись в Гайворонском районе. И даже Соловьев вопит, что в каком-то селе захватили уже дом культуры. Самое смешное, Россия не оказывает сопротивления. Но то, что у них есть танки, БТРы, я молчу про ручное оружие, вертолеты сбрасывают ложные тепловые цели над поселками, так это можно купить в любом военторге, это вам любой российский пропагандист подтвердит. Ну, а мне интересен другой момент. Там в Гайворонском районе они полностью взяли под контроль КПП, о чем есть и видео, и фото, и сообщения уже несколько часов. У нас на севере с кем граница? Теперь с Белгородской Народной Республикой? Ну, я не возражаю, примем, признаем, вернее, ее суверенитет, так сказать, нормально, никаких проблем, будем строить дипломатические отношения. Но вообще наш ГУР говорит, что там работают исключительно россияне, и я верю, и они обеспечат безопасность гражданского населения на территории Харьковской области, куда часто прилетало с Белгородской. Все нормально, процесс идет, а мы на Бахмуте, есть наши в Херсоне, есть наши на Запорожском направлении, так что... Дорогие россияне, мы еще не начинали. Внимание, граждане оккупированной РФ. Идет набор в русскую добровольческий корпус для борьбы с путиновским фашизмом и освобождения всех республик РФ до провозглашения независимости всех 19 новых стран. Чеченцы, дагестанцы, татары и другие народы. Пришло наше время для возрождения наших наций и наших великих государств, которые оккупировала нацистская фашистская Москва. Ищите в интернете, как вступить в русский добровольческий корпус. Смерть Путину, смерть России, слава Украине и великому украинскому народу, а также и их союзников. Ну что ж, мои хорошие, главная подія дня, отже... Руський добровольчий корпус разом з Легіоном Свобода, які складаються виключно з громадян Російської Федерації. Сьогодні у складі невеликої бронігрупи зайшли на територію Білгородської області, знищили прикордонний контрольно-пропускний пункт, звільнили декілька селищ. Наразі ще тривають бої. Головне управління розвідки України повідомило офіційно про те, що дана спецоперація проводиться з метою встановлення безпекової буферної зони для захисту населення України. Вот, блядь, кинули по нам. Прям склад хранения, походу. Я хуя. Так, друзья, позвольте предположить, что сейчас происходит в Белгородской области. Подчеркиваю, предположить. Значит, ну вы знаете, туда зашел Легион Свободной России. Это россияне, это никакие не украинцы. Украинцы к этому вообще никакого отношения не имеют. Для чего они туда зашли? Какая цель? Ну, есть информация о том, что более 90% жителей, живущих в Белгородской области, хотят жить в отдельной республике. Народной республике. Там... Где-то 93,5-94% людей. И вот для этого туда и зашел Легион Свободной России, для того, чтобы помочь людям с волеизъявлением. Помочь провести референдум. По итогам референдума, опять же мы предполагаем, Украина, естественно, признает эту народную республику, так как они хотят быть дружественной народной республикой Украине. И мы не знаем, хотят они быть в составе Украины или нет, это уже им там решать на референдуме.
Вот. После чего будут подписаны соответствующие договоры, акты о сотрудничестве, о безопасности, в том числе. И после этого официально эта республика попросит помощи Украины в организации безопасности своей республики и порядка. И после этого зайдет ЗСУ официально в эту республику. Посмотрим. Все еще впереди. Итак, что можно точно сказать о происходящем в Белгородской области? А мало что можно сказать. Очевидно, что российские власти в шоке и в растерянности, и ситуацию слабо контролируют. Очевидно, что можно поздравить создателей Киева за 3 дня с введением контртеррористического режима на собственной территории. Этого российские власти точно не ожидали. Губернатор Белгородской области заявляет, что большая часть населения Гайворонского района покинула свои дома и выехала из опасного района. Однако при этом нет никаких данных о том, куда, собственно, уехали люди. Ведь их никто и нигде не ждал. Ничего к большому потоку переселенцев в России не было готово, собственных переселенцев. Их вообще-то надо кормить, где-то расселять, кто-то должен о них заботиться. Собственно, сегодня первый день, когда можно сказать с уверенностью, война пришла на территорию России, и это первый день, когда она вступила в тот не очень чудный мир, где есть беженцы, бессонные ночи, страх, неуверенность в завтрашнем дне и котомочки для тех, кто покидает свои дома. Welcome! Мы уже там давно. Thank you.